немножечко. Про матч. Очень простой матч. Я думаю, в первом тайме они много мяч контролировали. Но мы все равно 2-1 вели. Ну, так сейчас сразу после игры тяжело что-то сказать. Думаю, очень легко пропустили мячи. И очень тяжело моменты создавали. Потому что надо подрабатывать и улучшать. Расскажите вашу позицию. Вы профильный защитник, но играли сегодня в атаке, как я понял. Да. Сегодня играл право нападающего вингера. А при защите опускались пятым на бровку. А Денис смещался ближе к центру, правильно? Ну да, когда мы низко опускались, я как правую пятерку взял. Гол Соболева, который был отменен. Вы сейчас понимаете, почему это произошло? Ну, сказали, что он два касания сделал, но как он сам сказал, и мы еще раз на видео посмотрели, что он не коснулся. Расскажите еще про вот акцию, да, в футболку ходили в самом начале. Что можете про это сказать? Еще раз. Ну, акция вот эта в футболке, где там помогите найти человека. Вот расскажите про это, да, про эту акцию. Ну, хорошо, что футбол может это помогать. Внимание на это обратить. Хорошо. Еще вопрос такой по поводу мотивации перед сегодняшним матчем, учитывая, что вы уже обеспечили себе первое место. Тяжело ли играть, когда результат, ну, не имеет значения? Нет, почему? Мотивация очень большая была. Просто по психологическим. Краснодар идет на первом месте в чемпионате, и они сейчас первую игру проиграли, прошлую игру. Просто психологически хотели сегодня тоже выиграть, чтобы у них два поражения были. У нас после поражения опять победа. Очень жалко, что не получилось так, но мотивация была очень большая. То есть Краснодар такой раздражитель прям? Ну, просто мотивации было, да, достаточно. Следующий матч у вас с Локомотивом, дерби. Что можете про Лок сказать? Ну, что такое сказать, это дерби московский, так что опять будем готовиться, будем настраиваться и надеюсь, побеждаем. Тельон, спасибо, удачи. Спасибо. Спасибо. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или какого-то